В республике назревает очередной скандал с деньгами для медиков. В нашу редакцию поступили сразу два анонимных звонка от водителей абаканской скорой помощи. Люди возмущены. Сначала добивались положенных выплат за работу с ковидными пациентами, теперь вынуждены отстаивать и повышенные отпускные. Причем Москва средства на них выделила. Где снова затерялись деньги, раз не дошли до адресатов, выясняла Ольга Стельмах. Уйти в отпуск с красивой расчеткой и суммой гораздо больше, чем обычно, планировали медики, чья пора отдохнуть пришла в этом месяце. Еще в июне президент пообещал, при начислении отпускных учтут выплаты за работу с ковидными пациентами. А уже в начале июля из резервного фонда выделили 5 миллиардов. Средства разделили между регионами. Хакасии досталась сумма в 12 миллионов 700 тысяч рублей. Однако до сих пор сверхобычных отпускных начислений нет. Забеспокоились в профсоюзе. Проблема с выплатой отпускных для наших медицинских работников, которые работают в условиях ковида, она существует. Они должны получить отпускные с учетом стимулирующих выплат. Сейчас в некоторых лечебных учреждениях рассчитываются только базовые отпускные, поэтому мы держим эту ситуацию на контроле. У нас работает горячая линия. Профсоюз в отпуск не уходит, мы работаем. Водители скорой помощи, которые все 4 месяца наравне с врачами работают на износ, весной уже отстаивали положенные государством выплаты. Тогда ситуацией хакасских медиков заинтересовался Следственный комитет России. И чудесным образом потерявшиеся деньги в правительстве республики сразу нашлись. Сегодня из-за страха лишиться рабочего места говорить на камеру никто из медицины не согласился. Между тем, в бухгалтериях медучреждений в ответ на все вопросы пожимают плечами – денег нет. Ситуацию разъяснили в Минздраве Хакасии. Федеральные средства поступили буквально накануне. Мы оперативно сегодня заключаем соглашение в казначейство. Завтра мы направляем платежные документы на перечисление в учреждение. И наша задача до 5 числа осуществить те выплаты, которые к сегодняшнему дню по отпускным подошел срок. 13 миллионов на отпускные всем явно не хватит. Это лишь пятая часть необходимой суммы. Дальше переводы из Москвы будут носить заявительный характер. То есть сколько нужно, столько дадут. И как заверяют в Минздраве, в этот раз скандала вокруг федеральных надбавок медикам удастся избежать. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия.